Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя. Если вы здесь впервые, пожалуйста, не забудьте подписаться и оцените это видео непременно. И, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои загрузки. Я стараюсь загружать часто для вашего удовольствия. Итак, друзья, сегодня мы распаковываем Boxy Charm. Я подозреваю, что это люкс. В этом месяце я ожидаю люкс и премиум. Базовый в этом месяце не будет. Поэтому сейчас мы будем открывать, смотреть. Я не знаю, но я просто предполагаю, что это люкс. Давайте тогда откроем, убедимся, что это люкс, а потом уже будем дальше разговаривать. Потому что, представляете, если это не люкс, а премиум. Так, мы распаковываем всегда вместе. Так. И, надеюсь, все пришло, ничего они не забыли. Я вообще не помню, что я выбрала, как всегда, в этом месяце. Поэтому давайте смотреть. Так, быстренько подгляжу. Это премиум коробка. Вот так вот. Вот так вот, представляете? Я вам объясню, почему я запуталась. Потому что они мне уже в этом месяце, то есть я должна получить две коробки. Они мне уже писем 6 выслали, и каждый раз написано там... Один раз было написано «люкс», коробка выслана, то есть самый первый раз. Я поэтому и думала, что вот это она уже пришла. И потом еще 5, что ли, писем, коробка премиум выслана, они мне постоянно посылают одно и то же письмо. Я думаю, ну это точно, наверное, люкс, а премиум потом придет. И нет, вот представляется, значит премиум. Ну ладно, хорошо. Премиум так премиум. В премиум входит 6-7 полноразмерных продуктов, и точно так же я имею право выбрать 2. Так что в этом здесь все совпадает. Нащупала буклетик в этом месяце, вот такой вот радужный Express Yourself тема. И знаете, почему она такая? Потому что в этом, ну я так предполагаю, что потому что у нас получается этот месяц называется Pride Month, то есть это вот связано как бы у нас 1 июля или когда там будет праздник, тут Gay Pride и вот это вот все, короче, радужное настроение. Вот, на другой стороне наименование товаров с ценами, пока мы не смотрим, мы откладываем, потому что мы всегда удивляемся. У меня, кстати говоря, на лице вообще ничего нет, так как если что-то придет из мейкапа, и мне захочется это попробовать, мы это с вами можем сделать беспрепятственно. Так, первое, что я вытягиваю, и что-то мне подсказывает, что я даже не знаю, буду ли я этим пользоваться. Это вот такая вот такой вот прикол, Shadow Moon называется. И это Reusable Shadow Shield. То есть это такая штука, которая, друзья, помогает наносить тени. Ну-ка, как вот интересно, в каком плане? Так, во-первых, ее можно использовать под глазами, то есть как бы, что, если тени осыпаются, то есть вот это вот положил, вот эту фигурину, да, и тени как бы на нее осыпаются, а не на кожу. Это раз. Во-вторых, можно ее использовать, чтобы сделать себе идеальную подводку, да, то есть точно так же вот так прикладываете, идеальную подводку рисуете. И можно, кстати говоря, их в морозилке хранить, и получается много раз использовать как такие патчи под глаза. Ну, интересно, интересно. Так, ну что, можно, конечно, посмотреть, да. В принципе, как пальчики под глаза можно было бы использовать. Так, давайте глянем, как это выглядит. Мне интересно, из какого материала сделан этот продукт. И потом мы решим, будем мы его использовать или нет. Так. А, так это он как бы типа... Он один, что ли? Он один. Смотрите, друзья, он один, а в смысле пальчики под глаза, то есть получается как бы one at a time, что называется, сначала один глаз, а потом второй глаз или как? Нет, не сработает. Очень странная штука, но вот так вот, если, смотрите, вот так вот сделать и стрелочки нарисовать, это может быть интересно, если честно, вот так вот, да, как бы подставляете и стрелочку рисуете, и точно так же по бровке, если ориентироваться, то вполне может что-то и получиться. Вот насчет стрелочек, это я, в принципе, могу представить очень даже хорошо. Насчет теней нет, у меня ничего обычно не осыпается, так как я перед нанесением стряхиваю кисточку, и все в порядке обычно бывает.
Короче, можно также, мне кажется, использовать, когда тушь, если вы наносите, да, чтобы она, например, не отпечатывалась, можно точно так же вот так использовать. Ну окей, хорошо, интересно, по крайней мере, что-то необычное, неординарное. Это был продукт номер один. Двигаемся дальше. Бумажки. Так, второе, что я вытягиваю. У-у-у, отлично, это от бренда Ofra, и это хайлайтер. Я люблю бренд Ofra, у меня и помады есть от него, и нам уже не первый раз приходят, да, вот эти продукты для лица. У них отличные хайлайтеры. Этот в цвете Rodeo Drive. А вот сейчас вопрос, друзья. Мне кажется, у меня, может быть, даже есть полный размер этого хайлайтера. Я не уверена, если честно. Поэтому я бы не хотела его просто так использовать. И потом, как бы, чтобы у меня два было открыто. Ну, упаковка у них вот такая вот стандартная. Давайте глянем. О, красота невероятная. Вот так вот выглядит Rodeo Drive. Да. Это один из самых нашумевших хайлайтеров и один из их бестселлеров, между прочим. Поэтому очень круто, что они нам его прислали именно вот, ну да, в коробке. Они недешево стоят, поэтому это просто замечательно. И очень хорош, конечно, размер у них, у Ofra. Напишите, знаете ли вы этот бренд, он сильно здесь популярен, сделаны они в Америке, эти продукты, поэтому вот, и они славятся именно своими хайлайтерами. Продукт номер два. Дальше. Продукт номер три. У-у-у, палетка теней. О-о, палетка теней. Бренд Treslose. Или как это? Treslose. Правильно читается? Не знаю. Это по-испански. И, друзья, это вот такая вот палеточка теней. Сейчас мы посмотрим. Это, кстати говоря, по-моему, девчонка, она... инфлюенсерша или что? И вот она создала свой бренд не так давно. Так, сейчас, секунду, давайте попробуем распечатать и посмотреть, что из себя представляет эта палетка. Понравится ли нам цветовая история и оформление. Вау, красиво! Ничего себе! Смотрите, какая красота! Вот какие красавицы, да? Обалдеть! Очень красивая упаковка. Очень красиво. Если вы вот так вот поворачиваете, то, я не знаю, видно вам или нет, у них сережки начинают сиять. Так, давайте глянем, как выглядит эта палетка. Слушайте, друзья, ну палетка, конечно, цвета, это то, что я люблю, как говорится. Здесь есть зеркало, и здесь, кстати говоря, смотрите, цвета вот в серединке, красивые отпечатки на них сделаны, оформление прикольное. Очень красивая палетка, очень красивая. Я вообще не знаю, никогда ничего не пробовала от этого бренда, понятия не имею о качестве, но я думаю, что мы должны с вами попробовать, да, и решить, нравится ли нам этот бренд, именно вот тени от этого бренда или нет. Очень красивая палетка. Так, и здесь и шиммерные, и матовые, и глиттерные оттенки. Все присутствует. Так, это у нас продукт номер три. Интересно. В этот раз много, уже два каких-то незнакомых, да, бренда, которые я не пробовала. Дальше. Дальше у нас идет... О, персона! Боже, я обожаю персону. Мне кажется, это как раз тот продукт, который я выбрала. Это гель для бровей. Он, по-моему, в оттенке в каком-то. Я все, что пробовала от персоны... Да, вот, видите, коричневый я выбрала. Я все, что пробовала от персоны, мне дико просто нравилось. Обожаю этот бренд. Он здесь у нас, по-моему, не продается. Он, по-моему, в Америке только есть. И он не так, чтобы уж дорого очень стоит, но он что-то между, как бы, да. И вот это вот такой вот продукт, который, то есть это три в одном, это и гель для бровей, и при этом он цвет придает, и при этом он это все дело причесывает, и вот, видите, вот так вот выглядит щеточка, то есть вам не нужно ничего прокрашивать, а вот очень быстро раз-раз-раз нанесли, и уже и форму придали, и цвет, и красиво бровки уложили. Я такие продукты люблю, это для таких ленивцев, как я, которому надо что-то быстро сделать, но при этом сделать что-нибудь хочется. Поэтому вот такой вот продукт, вот персона, вот этот я, насколько я помню, я вот его выбирала, один из. Так, дальше. А вот и второй продукт, который я выбирала. От моего любименького Glow Recipe, конечно же, смотрите, какая красота. Это что у нас? Это у нас сыворотка с гиалуроновой кислотой и со сливой. Супер, судя по всему, это слива нарисована, да? Называется увлажнение и сияние. Это все, что мне нужно. Значит, 30 миллилитров. 30 миллилитров. Вот.
Я просто... О, интересненько. Смотрите, друзья. Смотрите, друзья, как интересно. Вот это вот, видите, здесь наклеечка. Наклеечка. Вот. И она уже была вскрыта, эта наклеечка. А что это может означать? Интересненько. Я надеюсь, это не означает то, что кто-то купил это в магазине, вернул, а они потом это в боксе чарм положили. Как считаете? Я не знаю. Я не знаю. Надеюсь, что нет. Вот так вот выглядит оформление. У них всегда в виде сливы, кстати говоря. У них всегда очень интересное оформление, прикольно. Так. Ну, хорошо, здесь памп. Слушайте, по-моему, вот как бы по пампу видно, что его не использовали, насколько я могу судить, потому что вы сами понимаете, если бы кто-то уже сделал продукт, нажал на эту штучку, то там был бы продукт внутри, да, а вот эту я не вижу, то есть как бы вроде бы он свежий, но тот факт, что перерезана вот эта вот защитная пленочка, что-то я не поняла, как это произошло, может это оторвалось как-то. Будем надеяться, что это оторвалось, а никто это не использовал. Так что вот, Glow Recipe. Дальше. О, Патрик, да, ничего себе! Вау, друзья, это только что сделала эту всю коробку. Вы слышали про такой бренд Патрик Та? Это тоже не так давно появился, буквально в прошлом году, что ли, появился этот бренд. Это парнишка Патрик Та, он визажист голливудский, то есть он на всяких звездах делает макияж, и вот он создал свой бренд, и все просто обожают теперь этот бренд, все его нахваливают, я не слышала ни разу, чтобы кто-то, кому-то что-то не понравилось, поэтому он довольно дорого стоит, поэтому получить тушь от этого бренда, ничего себе, вот это да, вот это круто, давайте быстренько глянем, как тушь выглядит, в черном цвете, вот такая вот зеркальная упаковка, да, и написано, что эта тушь должна придавать объем. Вау, 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 ничего себе, может быть, мы тогда быстренько посмотрим щеточку. Ну, вот такая вот щеточка, хорошая, по-моему, интересно. Классно, слушайте, друзья, Патрик, да, это вообще, в этот раз прям Glow Recipe тоже отличный бренд. Так, смотрим дальше, тут у нас еще осталось или нет? Мне кажется, это все. Так, мне кажется, это все. Итак, значит, у нас раз, два, три... 4, 5, 6, как я говорила, 6 полноразмерных продуктов. Теперь мы смотрим цены и прибавляем, что у нас получается по денежкам. Так как это премиум коробка, она не 75 стоит, она где-то стоит 50 примерно канадских долларов. Так что давайте смотреть. Значит, палетка от Treslose Beauty стоит 35 американских долларов. Цены в американских здесь. Дальше. Тушь от Patrick Ta стоит 29. Дальше. Persona Cosmetics. Вот это гель для бровей стоит 19. Так. Glow Recipe сыворотка стоит 42. Вот, видите, 42. Плюс... Ofra Cosmetics, вот этот вот хайлайтер стоит 35. И вот этот вот прикольный Shadow Moon 15. Итого, получается, мы заплатили... А, нет, это я вам в канадской говорю 50. Значит, где-то она стоит, наверное, 40 US, а выгода на 175 US. Поняли? Вот так вот. Короче, значит, смотрите... Мы с вами, я вот не знаю, друзья, насчет вот этого хайлайтера, у меня, мне кажется, он есть уже, поэтому я его не буду открывать, мне нужно убедиться, что это не повтор, потому что если это повтор, то я не буду его открывать, зачем, я лучше подарю его кому-нибудь, да, потому что это хороший новый продукт, вот, так что его мы откладываем пока. Дальше этот я попробую с айлайнером каким-нибудь. Кстати говоря, мы можем этот, знаете что, в отдельном видео тогда попробовать, так как у меня сейчас нет айлайнера здесь на пробу, а у меня есть из Ipsy айлайнер, Seattle London, по-моему. И вот это я тогда положу в ту коробочку на пробу, отдельное видео будет, так? Дальше, значит, вот, смотрите, Persona Cosmetics,
это можно на затест, потом тушь на затест, и вот эту палетку на затест. То есть у нас три глазных продукта, можно сказать. И, конечно, это вы у меня уже в пустых баночках увидите. Glow Recipe. Я успокоилась после того, как я увидела, что никто, ну, продуктом не пользовались. То есть это как бы... мне кажется, это что-то может быть при... Не знаю, я почему вот эта вот штучка-то была открыта, да? Меня это, конечно, насторожило. Ну, ладно. Так, сейчас я тогда пойду нанесу то, чего нам не достает, и вернусь к вам, и мы тогда сможем с вами попробовать, наверное, вот эти три продукта. Ждите. Так, друзья, я вернулась, кое-чего тут добавила, ничего такого особенного, минимум. Итак, давайте сначала начнем с вот этого продукта для бровей от бренда Persona. Надеюсь, мы будем в восторге, как всегда, потому что я вам уже сказала, что все, что я пробовала от этой фирмы, мне очень и очень нравилось. И продукты для... в основном, ну, они косметику, да, делают, и для губ продукты, и для лица кое-что. В общем, с таким продуктом тоже надо быть аккуратным, то есть чуть-чуть еще и можно переборщить. Поэтому я вот так вот совсем чуть-чуть здесь вот сначала делаю. Так, ну что мы думаем? Слушайте, мне кажется, это очередной хит. Настолько прост в использовании этот продукт. Вы сами видели, буквально за несколько секунд, за 30 секунд обе бровки сделаны. Во-первых, выглядит очень-очень натурально. Во-вторых, ну, практически, да, то есть как это мои брови, только чуть лучше. Во-первых, классная щеточка, то есть она не слишком маленькая, не слишком большая, ничего не заходит ни за какие границы. Ну, для моих бровей это просто идеально, причем, видите, они как бы причесанные, они при этом зафиксировались, и цвета добавилось, то есть вот этот цвет мне идеально подошел, опять же, у меня в коричневом цвете brown, да, поэтому вау-вау, мне очень нравится, очень круто, зачет, Persona, как всегда, доставляет, радует и дарит позитив. Так, это раз. Во-вторых, сейчас мы должны попробовать вот эту палеточку, раз уж мы решили, да, потому что я не знаю, чего от нее ожидать, если честно. Это бренд довольно новый, вот этот Treslous Beauty, поэтому, но оформление, во-первых, мне очень понравилось, во-вторых, сама палетка, они по цветам, эта палетка мне напоминает и по оформлению Colourpop, знаете, да, если бы она была такого же качества, я была бы в диком восторге, потому что я обожаю качество Colourpop, поэтому сейчас мы с вами решим. Давайте, вот я тут чистые кисточки принесла, вообще не представляю, кстати говоря, смотрите, палетка вот по цветам сочетается с моей рубашкой, да, ведь это такое вот совпадение интересное. Так, ну что, я нанесла уже праймер, поэтому давайте смотреть, что мы можем сделать, я еще не думала. Давайте вот этот вот, например, цвет Байла возьмем, да, и нанесем складку века. Мне, кстати, нравится, что сами по себе тенюшки, они меньше, но их больше. Я вот такой формат, кстати говоря, предпочитаю, нежели огромные какие-то размеры самих вот тенюшек, да, но их, чтобы меньше было, не, мне так не очень нравится. Я люблю разнообразие в оттенках. Ну, смотрите, на первый взгляд очень хорошо, правда? Пигментация и растушевывается прекрасно. Прекрасно, совершенно. Да, ничего меня не смущает пока. Так. Вот, видите, как хорошо. Я обычно, знаете, в три слоя наношу, так вот, чтобы... Не знаю, почему у меня такая вот техника в три слоя наносить. Но, смотрите, друзья, тот факт, что изначально эти тени хорошо наносятся, они пигментированы, не значит, что они такими останутся в течение дня. И это надо учитывать, да, то есть это окончательные и бесповоротные выводы. Мы уже с вами будем делать, когда день закончится, когда тени на глазах будут уже как минимум часов 6, и тогда мы уже посмотрим, потому что у меня такое бывало, вроде как изначально выглядит хорошо, и пигментация неплохая, а в конце дня от них уже вообще ничего не остается, поэтому такой вариант меня вообще не устраивает, конечно.
Друзья, я под вообще под таким впечатлением от этой палетки сейчас нахожусь, вы себе не представляете. Я не знаю, сколько такие... сколько? Подождите, у нас же написано здесь, сколько такие такая палетка стоит? 35, друзья, это просто великолепие какое-то. Посмотрите, как красиво получилось. Я не знаю, видно ли вам вот этот вот цвет, который я сюда вот положила на веко, вот этот блестящий. Боже! И все прекрасно настолько тушует, что эти палетки не уступают реально сефоровским, которые очень дорого стоят. Я вам серьезно говорю, поэтому на боксе продается этот бренд. Друзья, присмотритесь, если вам нужна хорошая палетка. Это вообще бесподобный вариант. Здесь такая классная цветовая история. Здесь столько можно всяких образов сделать. Совершенно великолепная формула вот этих шиммерных оттенков. Матовые оттенки прекрасно тушуются. Даже вот насчет этого я сильно переживала. Вот этот темный, он как бы тоже нормально, хорошо сработал. Да? То есть темные очень сложно, особенно такие всякие темные, фиолетовые, сформулировать. Вау, ничего себе, очень рада, что попробовала эту палетку. Еще знаете что? Это как бы испаноговорящий инфлюенсерша, ну то есть она и английский, у нее бэкграунд испанский. Вот видите, как бы у нее оформление соответствующее. И на испанском написано, и мне понравилось, что все цвета, они, вот знаете, друзья, они вот мексиканская вот эта вот все культура, они очень-очень семейные, то есть у них, как правило, большие семьи, и они очень все как бы между собой дружат, общаются, у них коммуны, вы наверняка знаете, даже сериалы какие-то смотрели, и они прям свою культуру обожают, даже если они уже давно не первое поколение в Америке родились, они все равно все это знают, любят, поддерживают, это просто великолепно, я считаю, это очень хорошо. И все вот эти цвета, они названы, например, вот Estrellas, например, да, я немножко испанский учила, я знаю некоторые там слова, вот это вот звезды, например, да, потом, где тут еще я видела, Año Nuevo, это Новый год называется, дальше, Традиционос, традиции, да, фамилия, семья, Corazón Feliz, это, по-моему, счастливое сердце, что-то типа Happy Heart. Короче, вот, классная палетка, с удовольствием буду ею пользоваться. Но я, знаете что, я надеюсь, как бы, что она будет держаться, вот эта вот пигментация весь день. Это уж я должна протестировать, вот. Но на первый взгляд, первое впечатление, первый затест очень-очень-очень. Так что Trust Loose Beauty вообще просто бомба. Так, теперь мне хочется что-нибудь еще от этой фирмы попробовать. Итак, у нас осталось остался один продукт, и это тушь от Патрика Та. Сейчас я тогда нанесу эту тушь вне камеры, потому что это долго, как правило, и мы будем делать окончательные выводы по коробке, и мне очень интересно использовать вот эту вот тушь. Я ничего от этого бренда никогда не пробовала. Так, тушь нанесена, друзья, и боюсь, что она мне совершенно не понравилась, но я не теряю надежды, потому что эта формула, она очень-очень свежая, она очень-очень жидкая, понимаете, о чем я? Поэтому, друзья, она очень-очень мокренькая. За счет этого она вообще ничего не делает, то есть как бы ни объема, ни длины, zero. Но с такого рода формулы я уже не первый раз сталкиваюсь, поэтому я знаю, что когда она через пару недель после того, как я начну ей пользоваться, она начнет подсыхать, и вот тогда она начнет работать хорошо, и она, у нее есть шанс, мне очень даже понравится, поэтому... Просто я знаю, это такая формула, она как бы поначалу ничего не делает, но ей нужно дать достояться, что, как говорится, немножечко подсохнуть и немножечко прийти в форму, потому что сейчас это, конечно, нет, еще раз нет, но я не теряю надежды, опять же, потому что это Патрик Та, во-первых, во-вторых, все-таки как-то я склонна верить, что она будет работать лучше со временем. Так.
Так, значит, смотрите, все, делаем выводы по коробке. Мне очень понравилась вот эта палетка от какого-то нового бренда Tress Luxe Beauty. Значит, что мне формула напомнила не только оформление, но и формула. Я была права, это вылитый Colourpop. Я не удивлюсь, если они на этой же фабрике у Colourpop заказывают вот эту вот формулу, и там же эти палеточки делают. Но это очень хорошо, потому что формула Colourpop отличная, 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 отличная. За свои деньги особенно. Так. Это раз, вот эта тушь пока нет, но и да, в то же время, да. Дальше, Glow Recipe я очень люблю, обязательно буду пользоваться. Rodeo Drive Highlighter от Ofra, это 100% значок, просто я должна проверить, есть ли он у меня, я не уверена. Дальше, вот эта вот фигулина, я попробую ее использовать. Мы с вами вместе попробуем тогда в отдельном видео айлайнер с ней сделать. Может быть, действительно это выход, и это такой способ классный. Мы до этого вот не пользовались, не знали, а теперь вот как один раз сделаем, так и начнем каждый день. Его можно мыть, это же как типа, что-то типа силикона, поэтому это супер, reusable, как говорится, да? Так, и вот это средство для бровей, это мне больше всех понравилось сегодня, еще помимо палетки. Вот, так что, слушайте, друзья, это очень хорошая премиум коробка. Я ей ставлю, знаете сколько? Я ей ставлю 5 баллов, 5 баллов, да, очень хорошая, я все буду из этого пользоваться. Просто супер, мне в целом очень понравилось. Шикарные бренды. И это точно стоит своих денег, поэтому зацените Boxy Charm, если вы еще не заценили. Вот, а пока подписывайтесь, я Boxy получаю каждый месяц базовую премиум. Но в этом месяце вот мы уже премиум распаковали, и мне еще люкс идет. Вот, люкс вообще интересно будет. Поэтому оставайтесь в нашей замечательной компании, а мы тогда будем прощаться. Но увидимся очень-очень скоро, в ближайшем будущем. Всего хорошего, пока-пока.